мурашки такие. Вера прилетела, налетела, обняла. Сегодня у Леона день рождения. Еще утром я не планировала снимать этот день, хотя уже потом подумала, ну а почему нет? Ведь сегодня день рождения Леона, а я уже который год снимаю день рождения и Веры, и Сени, и, в общем-то, им будет что посмотреть спустя годы. И они уже сейчас пересматривают свои дни рождения. И думаю, что Леону будет приятно вскоре посмотреть, как прошел его первый день рождения. Мне поставить. Вот брак я вижу, надо возвращать, я считаю. Процесс создания подарка для Леона идет полным ходом. А где мерки? Ноги. Садись на попу. Розетка. Садись на попу. Да? Вот. И он любит тебе розетки у нас трогать. Только прямо садись. Очень необычно и непривычно, потому что сегодня солнечно. Лето. Август. Все наши дети родились, ну, Вера и Сеня родились в феврале, в марте, а тут у нас лето, можно прилечь на гамак. Я не снимала уже долгие недели практически, есть у меня еще одно видео в загашничке, но, в общем-то, я решила поболтать с вами сегодня, потому как мой трудовой отпуск видеоблогера подходит к концу. И пора вливаться в строй. А день рождения сына, мне кажется, отличный повод для того, чтобы и вам сказать привет, и моему маленькому Леону тоже оставить память о том, как прошел его первый день рождения. Подготовка идет полным ходом. Леха уже приготовил даже рыб. Уже напился, проспался и все сделал. Так. Папаша многодетным стал годик назад, да? Угу. Родил вместе со мной сыночка. Поприсутствовал на родах. Что ты достал? Достал ребенка из тебя. Нет. Повинку обрезал. Ты ребенка носик доставал. Прочистил. Все, у тебя отлежавшиеся плечики. Что у нас сегодня за рыба, Алексей? Я не знаю. Я брал. Что, не что дают, то и беру. Отличный подход. Так и с женой получилось. В свое время. Да, в эфире называется наш остроумный мужчина. С женой получилось. Сейчас тебя... Внезапно ничего не получится с женой, представляешь? Да, вот так вот. Внезапно после таких шуток жена станет злой. Была одна жена, станет другая. Ну, иди ко мне. Сочувствую. Ой, я, наверное, закрываю нас, да? Да. А вот так вот видно? Да. Хорошо видно? Нормально. Ну, нового уже нет. Кому зачувствуешь, малыш? Кому сочувствую? Себе. Мне? Себе. Вы же знаете, что на день рождения ребенка периодически маму поздравляют тоже. Ну, потому что это ее день в том числе. Так вот, хотите посмотреть, как меня поздравил Лёша? Интервью берут? Тебя? Да, меня интервью. И о чем речь? Речь о чудесном помидоре, который я не могла не показать людям. Он был в два раза больше, мясистый, сладкий, летний. Крутой помидор. Вот такие подарки нужно дарить женщинам, которые знают толк и вкус к жизни. Нахожусь в последних приготовлениях к праздничному ужину и не могла вам не показать. Я обожаю запеченные баклажаны. Наверное, это одни из моих любимых овощей. Просто бомба. Обожаю. Правда, ну, очень аппетитно. И продолжая тему томатов, может быть, цветопередача немножко вам врет. Они, в общем-то, оранжевые. Томаты, которые здесь лежат, вот видите такие. Сегодня Лёша был на рынке и совершил чудесную закупку самого вкусного, свежего, ароматного. Ну и еще один чудесный презент, комплимент. Не знаю, смотрит все. Подсматриваешь за мной, да, 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 да. В общем-то, просто и без лишних слов букетик, да. Вкусный, красивый, летний, яркий букет. Что такое? Ой, Лёшенька мой. Мой мальчик, иди к папе, львёночек ты мой. Папа тебе одежду выбрал хорошую? Да. Папа все выбирал. Да, танцы. Я увидела на балконе у соседей собаки две. Большие? Да. Страшные? Одна большая, а одна маленькая. Хорошие? Одна большая не гавкает, а маленькая гавкает. Как обычно. Моряка, моряка. Ты где? Я мать. Тут. Давай, бочку. Мы тебя поздравляем, Жень.
красавчик. Вон, бери пакет, молодец. Бери. Вот. Опа, и почти удержал. Там он какой-то там... троглодит, наверное, сидит в этом пакете, да? Идемте посмотрим. Троглодит. Подожди. Когда ты стал взрослым, и тебе можно уже все, что хочешь. Коля, ты видишь, что ли он делает? Дерево ест. А, да. Я не сильно катаю. Ладно, я тогда ухожу. Чао. Нет. Чао. Снимай. Снимай. Леон, с днем рождения, сынок. Ну давай, снизу так. Может, я чуть-чуть надо так это тык-тык. Нет. Ура! Кому? Давайте, командуйте мной. Это вот, жена. Это вот это я тогда. Мартин Сагаев. Славушка. Есть такой. Привет, кот. Сегодня очень-очень крутой день. Прошел год с дня рождения нашего младшего. И такого дня уже не будет. Уже мы вот сейчас, да, его проживаем. Лен, ты у нас самый важный лев. Самый крупный пацан. Самый крупный ребенок. Самое главное, что я хочу, чтобы ты был счастлив вместе с нами. Да? И настоящий. Вот пусть так и будет. Здоровый, счастливый, настоящий. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Леон, ты родился в замечательный день. Мне кажется, все произошло очень как-то... По-своему, даже просто, как бы не казалось это тогда, что было непросто. Но мы вместе с Лешей, за что я тебе очень благодарна, поспособствовали твоему рождению. Я хочу тебе сказать спасибо, потому что с тобой ощущение материнства у меня совершенно по-новому прочувствовалось, открылось, и такого, как с тобой, раньше никогда не было. Поэтому спасибо тебе, и пусть твоя жизнь будет такой же уникальной, как те чувства, которые ты нам даришь. Да, я тебе сейчас достану, чтобы тебе не было так скучно. Хорошо? С днем рождения тебя. С днем Ура! Рождения! Леона? На закате и после плотного ужина мы решили прийти на футбольное поле. Да, у нас тут вот в окрестностях есть такое большое, старое футбольное поле. И ребята сейчас разгонят все наетое, потому что впереди еще арбуз дыни и торт. Закат. Непонятные действия, происходящие на поле. Ворота. Наш маленький именинник. Лен, мы сегодня не так много тебя снимали, да? Теперь ты уже встал под вечер. Тусуешься в коляске. Как твои дела, мой дорогой? Все хорошо, Лен? А покажи, как ты причесываешься. Вот так, да, так причесывается Лен. А какой Лен большой? Большой, большой. Покажи, какой ты большой. Большой, большой, большой. Ну, покажи ты мне футбол уже. Раз вы тут собрались такие крутые ребята. Да, давайте, скажи, покажи ты мне футбол. Отворот. Я Бандова. Видение, Вера, видение. Сеня! Леон! А? Молодец, мама! Ну что, Лен? Дуй! Вы хотите песню спеть? Давайте, начинайте! Не тренировались, давайте! Я хочу со всеми! Подпеваем активно! Happy birthday, наш Леон! Happy birthday to you. Давай, дуй. Леша, ты что не ешь? Вот от бергамота сейчас отвернуло меня. Да? А что ты граф Суворов не ест? Иди ко мне.